Юрий Гагарин в одно слово с маленькой буквы представляет. Господин хороший. Бля, мажор. Театральному завершению брака Людмилы и Владимира Путиных посвящается. Нас на бабу не променял. Страдает Петюня Тихонов. Вы, выходя с балета «Эсмеральда», вы подвели безрадостное сальдо. Вы, высокой паре, что терпела 30 лет, признать приходится, что брака больше нет. Цивилизованный развод провозглашен. Вопрос интимнейший публично разрешен. От 30 мы с ним прожили только треть. Теперь понятно, сколько нам еще терпеть. К одной любви его душа устремлена. Его любимая жена теперь страна. И видя, как он за собой ее ведет, я душу дьяволу продам за их развод. В чем уличил жену отец народный, ждем. Может быть, в сочувствии к болотной в дом проникла жалость и гнездо себе свела. И лента белая супругов развела. А вдруг ей хочется закона и свобод? А вдруг не нравится Урал-вагонзавод? А вдруг Навальному сочувствует жена? А вдруг в коррупции она уличена? Искал измену, а она совсем близка. Пора на смену взять кого-то из СК. Какой сюжет для фестивального кино? А душу дьяволу там продали давно. Но, если это хитрости режима дно, говорят, еще недостижимо, но новейший метод все оставить на века, себе наследника поставить, как Лука. Чтоб не случился непредвиденный таксим, давай монархию сейчас провозгласим. Искать преемника себе тяжелый труд, а цесаревич, он извольте тут как тут. Тогда на нас уродство вечная печать. Тогда о будущем нам лучше промолчать. Тогда я просто покачаю головой.
душу дьяволу продам, пока живу.